Всем привет. Мне приходило такое сообщение ВКонтакте, меня спрашивали, как найти работу моделью в Китае. Вот что для этого нужно сделать. Во-первых, вам нужно скачать приложение WeChat и попытаться в нем зарегистрироваться. Вот это самое сложное, что вам нужно сделать. Далее вам нужно искать группы в WeChat по каким-то отдельным городам. Например, вы хотите найти работу в Шанхае. Вы находите шанхайские группы, там, я не знаю, через Яндекс, еще как-то. Ищите людей, чтобы вас кто-нибудь добавил в такие группы. Вам главное попасть в любую такую группу и в ней уже написать, попросить, добавьте меня, пожалуйста, в модельные группы. Вот, я ищу работу моделью там и так далее. У меня был как-то давно уже ролик на эту тему, по-моему, после него меня и спрашивали. Вот, после этого вас добавляют в эти группы, и все, что вам нужно, это модельные карточки. Ну, то есть, какой-то, ну, информация о себе, свой рост, вес и модельная карта. В модельной карте, чем больше будет фотографий ваших в разных стилях, тем лучше. Вот, единственное, сейчас небольшая проблема. Ну, сейчас сложнее немного в этой сфере что-либо находить, потому как очень много заехало людей из Беларуси. Это еще давно произошло, там, я не знаю, полгода, год назад. Вот, и они начали сбивать цены, они начали предлагать очень дешево свои услуги. Там, грубо говоря, не 500, там 600 юаней выше в час, а там 200-300 юаней в час. При том, имея отличные данные, имея отличные фотокарточки, модельные карты. Вот, так что, ну, это не, тем не менее, все равно люди находят работу, как бы, и работает и много. В этой сфере всегда куча работы. Единственный минус ее в том, что она не постоянная. Это если только вы найдете какого-то агента, который вам предложит контракт сразу долгосрочный, как вот у наших знакомых произошло. Вот. Ну, то есть вы поняли, да? Просто находите группу. Можете мне написать, я добавлю, у меня есть некоторые группы. Вот, и там уже по группам ищите. Есть в группах часто сидят люди, которые за деньги продают вам, ну, еще добавляют вас в другие группы там и так далее. Единственное, что вам нужно, это хорошая модельная карта, чтобы выделиться среди других. И чем больше у вас фотографий разных, тем лучше. Вот, моделью в Китае, если много прям набирать работы, можно очень много зарабатывать, в разы больше, чем учителем. Тем же, например, в Китае. Можно зарабатывать и 30, и 50 тысяч юаней больше. Вот я знаю человека, который работал учителем, совмещая с работой моделью. И он на модельной работе зарабатывал 30 тысяч в месяц. Ну и при этом он еще и работал учителем. И учителем получал больше 20. Ну вот вместе выходит такой очень серьезный заработок. Единственное, там требования к росту есть. Рост нужен, желательно от 1,80 м для мужчин, для женщин, я не помню, там тоже какие-то требования. Вот. Ну и данные, конечно, какие-то иметь. Но есть еще такие съемки, как не фотосессии, где вы какую-то одежду рекламируете, а я уже в каком-то видео рассказывал, где вы просто какую-то роль исполняете, например, ну, реклама какая-нибудь, реклама показывает, там семья, вы там, может быть, и отцом, и там дедушкой, и кем угодно в этом ролике. Но я о том говорю, что я много видел моделей, которые вообще не обладают никакими навыками, точнее, никакими данными, модельными внешними вообще не обладают и при этом на постоянке снимаются. Вот, но что у них есть? У них есть очень хороший английский. И большая часть таких людей, которые на постоянке снимаются, не имея модельной внешности, они просто говорят, что они носители языка. На такой работе без контракта документы никто у них не просит. Им просто верят на слово. То есть, если у вас отличный английский, вы просто говорите, что вы носитель, находитесь себе такую работу, там, ну а там уже просто нужно вклиниться в это дело и все. Там, чем дальше, тем больше съемок. У нас тоже вот мы начинали съемки, у нас дочь наша снималась. До определенного времени у нее было много съемок, но потом что-то она начала капризничать, сейчас у нее мало съемок, нужно все заново начинать, модельную карту новую делать. Вот. А я вообще говорю, в общем, для всех людей,
Работы этой полно в Китае. Она очень популярна. Она на втором месте, наверное, по популярности после учителей. Вот если взять всех иностранцев Китая, мне кажется, вообще 80-70% работает либо моделями, либо учителями. Вот задумайтесь над этой цифрой и представьте себе, сколько, какое непаханное поле вот этой работы в Китае. Да. Ну вот в модельной сфере тоже сейчас есть конкуренция. Может быть, она не такая высокая, как в учительстве, но она тоже присутствует. Вот, если кому-то было это видео полезным, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пишите вопросы. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.